Всем привет! Хочу в этом видео уроке сегодня рассказать, как вяжется резинка 2 на 2. Она используется в основном для вязания как бы шапочек, обработки манжетов. Ну вот, допустим, у меня есть шапочка, связанная, вот видите, резиночкой 2 на 2. Здесь буквально несколько рядочков, но, в общем, чтобы вы имели представление, как говорится, где она используется. Может манжеты вязаться, в общем, ну, где ваша фантазия, как говорится, пожелает. Может быть жилеточки, носочки. В общем, для этого вам понадобится две спицы. В данный момент я беру две чулочные спицы номер 3 и ниточку. Для образца я набираю 20 петелечек. Итак, приступим. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Первый ряд. Теперь кромочную снимаем. Вяжем 2 лицевые. 1, 2. Затем вяжем 2 изнаночные. 1, 2. Чтобы вам понятнее было и видно, как я вяжу лицевые, я вот немножечко в замедленном темпе. Под петелечку поддеваете, захватываете ниточку и снимаете. Снова смотрите, под петелечку, захватываете ниточку и вытягиваете. Петелечку, петелечку делаем. Изнаночную, смотрите, нить перед работой мы под нее вводим вот так вот, все-таки под нее вводим спицу и вытягиваем наверх. Затем снова 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и кромочные изнаночные. Затем второй ряд. Первая кромочная и по рисунку вяжете. Значит, 2 изнаночные, 2 изнаночные вяжете, 2 лицевые, значит, 2 лицевые вяжете. Снова 2 изнаночные, чередуете 2 через 2. Почему называлась резинка 2? 2, 2 через 2 чередуете. 2 изнаночные, 2 лицевые. Снова 2 изнаночные, 2 лицевые. 2 изнаночные и кромочная, изнаночная последняя. Все подтягиваем аккуратненько. Затем третий ряд. Снимаем первую кромочную. 2 вяжем лицевые по рисунку. 2 изнаночные вяжем 2 изнаночные. И так далее. Продолжаем по рисунку без изменений, прибавлений и так далее. 2 лицевые, значит 2 лицевые, 2 изнаночные, значит 2 изнаночные, 2 изнаночные, 2 лицевые и кромочная обязательно изнаночная. Первая кромочная снимаете, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Две изнаночные, две лицевые. Снова чередуйте. Кромочная, изнаночная. Снова переворачиваете ряд. Снова кромочную снимаете, снова по рисунку. Две лицевые у нас по рисунку, две изнаночные, две лицевые. 1, 2 изнаночные, 1, 2 лицевые, 1, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Последняя кромочная, изнаночная. Снова кромочная, первая снимаете, 2 изнаночные, 2 лицевые. 2 изнаночные, 2 лицевые,
общем, все вяжете без изменений. И уже сейчас вы видите, смотрите, образовывается такая вот резиночка. Видите, восстанавливается, ее растягиваешь, она восстанавливается, как гармошечка. Эта резиночка очень хорошо, я говорю, подходит для обработки горловин, манжетов, рукавов. Просто как основной узор. В основном резиночка вяжется где? На безрукавочках снизу, на кофточках снизу, сверху. Для горловинки, я же говорю, повторюсь, в общем, как основной узор может для чулков, для носков резиночка. В общем, там, где нужно более, чтобы не растягивалась, как говорится, краешек не растягивался. И стирки она также почти не садится. Ну, в данный момент я вам покажу на примере шапочки. Вот обработана резиночкой 2 на 2. И вот, вот уже из 2 на 2 пошел и вот резиночка. В общем, вот так вот. Вяжите с удовольствием, ровных вам петелечек. Всего до новых встреч, ждите новых видеоуроков. Пока-пока!